матча. Свисток есть. И не забивает Гафара. Гафара. Водный удар. Никакого пенальти. Атлет. Ой, а что там было? 4 секунд, да? Мяч вводится за 4 секунды. Отчет идет времени. 4 секунды. Только с начала тайма и во время пенальти. Это не Мусаев Эмин, Мусахан Даниэр, Сайдулов Салимжан, Сатыбалдиев Бахадыр. Гафарова нет, получилось. Атака у Баканас. Возможность хорошая была там, да, чуть-чуть не хватило. Ты что, не знаком с ним? Не знает легенду. А вот здесь что? Вот здесь, да. А что делать, да? Муравью... Ой-ой-ой! Хорошо, что атака была, да? А то я фразу так в Китае, что в какой-то китайской лиге ставят вар вообще с большого экрана, чтобы все смотрели, все такие лицезрели. В Евро, в мир. А у нас ведь есть достойные команды, которые могут условно дать борьбу там. И там штанга! Ну как так? Ну-ка, 12-й номер как раз таки сейчас идет к мячу, это Бегимбетов Азамат. А Шера пока что... Ой-ой-ой, это что за удар? Не попал сейчас, бегу. Именно, ну... Мелочи нет. Согласен, абсолютно полностью согласен. И вот и гол! Гол забивает! Так, команда... ФК Форес. А, отделились. Окей. Бага, бага, бега, бага, бугу, бугу. Не вышло. Бадабумбу. Агонист Пети. Если он русский, я казах. Если он некрасивый, я красив. Поэтому меня зовут Ерназ. И в фильмах китайских единоборств, типа, когда ударили в губу, он такой, а, ты ударил в губу, вот это. Да не, Тимур, все нормально, все нормально. Я, мне не раз говорить удары. Только сейчас перевели Шера с мячом. Шера! Шера с острого угла пробивал с левой ноги. Вот этот хайвай это многих путало, но на уровне Лиги Б. Давайте так, на салем, алибей, приветствую вас. Вот, Вичус, вот, уф, Господь всемогущий. Гедиминас Вичус, да. Литовский игрок, он бросал ауты. Спасибо по погоде. И есть ли вообще люди, которые вангуют? Первый раз пишу, интересно, говорит. До этого всегда голосовые отправляли, да. Мячом все-таки вернут. А тут еще коммент. В наше время Асачи такой был игрок, далеко бросал, тоже, кажется, в Шахтере был. Но в Кайрате в казахстанской сборной играл Али Алиев. Сейчас нынче тренер, что ли? Ой-яй! Как же мощно это было! Вот здесь на центральном видел в матче Кайрата, это было очень давно, когда он с центрального кружка пробил и попал прямо под перекладину и там врата. Первый гол и стартануть сезон. Ворота пустые. Удар мимо. Еще